Поклевка прямо из-под прикормка, как и должно быть. Сюда. Вот опять была поклевка из-под прикорма. Клево всем, друзья. Сегодня я опять с поплавочной удочкой, но буду ловить таранку и плотву. До нерестового запрета на таранку и плотву осталась буквально неделя. Поэтому решил приехать и отснять фильм. Таранка вот попадается уже вся, колючие самцы уже готовятся к нересту. Так как сегодня в планах ловить у нас тарань, замес прикормки будем делать небольшой. Две вот таких вот пачечки всего по 0,8. Хотелось бы, чтобы это была прикормка плотва, но, к сожалению, в магазине, куда заезжал, не было, пришлось купить просто черный лещ. Две таких пачки на сегодняшний день нам должно хватить с головой. Черная мелкая прикормка, шикарно пахнущая. Таранка не требует объема огромного первоначального закорма. Ей нужно будет подавать прикорм по чуть-чуть, но постоянно. Нужно на в точке ловли все время создавать шлейф частиц, чтобы в воде, в толще воды все время висели частички. Именно на эти частички таранка, плотва всегда собирается. И именно эти частички ее удерживают на точке. В этом месте много карася, поэтому мы живой корм будем добавлять очень-очень дозированно, по чуть-чуть в ходе ловли, чтобы в шарики, которые мы будем подкармливать, буквально по одному-два мотыльку попадало, не больше. В этом месте очень много карася, и возможно на мотыль соберется карась и прогонит таранку. Прикормку будем делать чуть-чуть суховатую. Нужно, чтобы небольшой комочек подкармливать вот такими шариками, например, чтобы они, доходя до дна, практически полностью развалились в толще воды. Первый этап добавки воды закончен. Теперь занимаемся удочкой. И потом чуть-чуть воды еще добавим в мере необходимости. Еще несколько дней назад этого безобразия здесь не было. При ловле плотвы и таранки нужно, как всегда, сначала правильно отгрузить поплывок. Для этого нужно сделать так, чтобы поплывок мой тонул. Для этого я беру дробинку, которая может утопить. Ну и поплывок. Дробинку поджимаю на крючок. Я сейчас точно отобью глубину таким образом, чтобы крючок у меня стоял на дне, касался дна. Поплывок я отгрузил, чтобы миллиметров на 5 антенка была погружена относительно тела. Буквально миллиметров на 5. Если рыба слегка приподнимет подпасок, тело появится, будет видно, что поклевка. Или если придавит, уже антенка будет хуже видно, она притопится. Я выставил примерно предполагаемую глубину и забрасываю в точки ловли. Поплывок утонул, начинал добавить глубины. Добавили. Поплывок утонул. Значит, надо еще добавить глубины.
выглядывает самый кончик антенки. Это говорит о том, что на данный момент крючок стоит на дне, но поплавок не вышел на рабочую глубину. Так, значит, нам нужно еще чуть-чуть добавить, буквально пару сантиметров. Вот на данный момент антенку видно ровно столько, насколько я отгружал. Все, мы нашли нулевую точку. Нулевая точка найдена. Теперь нам нужно ее отметить на удилище. Для того, чтобы, если понадобится вдруг поменять глубину, мы могли к ней без проблем вернуться. И не нужно было перемерять. Просто по нижней части антенки маркером отмечаем на удилище. То есть это у нас нулевая точка. Готово. Теперь нам нужно, чтобы крючок примерно сантиметров на 5 лежал на дне. Так как поводок у меня длиной 15 сантиметров, ну, сантиметров на 5, на 6 поднимаем глубину поплавка. И сейчас, после снятия груза, поплавок должен выйти на рабочую глубину по антенке. Все отлично. На данный момент у меня огружено так, что крючок лежит 5 сантиметров на дне. Ну вот, прикормка готовая. Она у нас довольно суховатая. Ее задача — легко лепиться в шары, но при этом очень быстро распадаться. И сейчас, буквально несколько шариков я положу в точку ловли. Буквально 3 шарика небольших. При ловле плотвы нужно замедлить скорость падения насадки. Для этого основные груза я сдвинул примерно на метр от подпаска. Комары появились. Потеплело. Комары повылазили. Ой, теперь жару будут давать. Летают, мешают, кусаются. Иди сюда. Карасик попался. Кормлю специально небольшими порциями и без добавления пока живого компонента, для того, чтобы карасики не зашли на точку и не согнали таранку. Но вот все равно заходит. Карася здесь много, и если он массово зайдет на точку, таранка отойдет в сторону, клевать не будет. Вот красавец, тараночка. Уже колючая. Готовится к нересту. Время от времени, раз в несколько минуток, подбрасываю в точку ловли шарики небольшие. Таким образом, поддерживая в воде плавающие частички, которые привлекают рыбу. Да, весна наконец-то наступила. Хорошо, тепло. Зима вроде бы была и теплая, но склякота неприятная. И ни мороза толком не было, и тепла не было. Иди сюда. Кто ж такой красивый-то? Двойки. Тараночка. Рыбка подходит, значит, все, что мы делаем, работает, и делаем мы правильно. Основная леска на удочке стоит 0,14. Можно ловить и более тонкими. Меньше путаются, проще работать. Поплавок 1,5 грамма. Тоже желательно бы поменьше. Но в Краснодаре найти меньше 1,5 грамма я пока не смог.
Даже 1,5 грамма это редкость. Но в основном поплавки у нас начинаются от 2. А поводок у меня 0,12, крючок стоит 12. Наживку использую красный опарик, насаживаю по одной штуке. Больше пока не вижу смысла. Иди сюда, иди сюда. Тараночка, красавица. И вот такая вот красавица. Что это? Карасик, что ли? Да, карасик. Такой красавец. Если я сейчас массово закормлю большим количеством прикормки, то может подойти карась, плотно оккупировать точку и отогнать всю таранку. То же самое может произойти, если я много добавлю живого компонента. У нас живой компонент ляжет на дно и начнет привлекать карася. Этого я не хочу делать. Какой боец там. Ой, красавица. Вот эта таранушка. Вот эта красавица. Так, на всякий случай. Сейчас все-таки развернем. Вот какая красавица. Азовская таранка. Иди сюда, иди сюда. Иди. Ой, ой, ой. Как она бьется. А это что, подлещик что ли? О, подлещик. Не, густерка. Вот такая густерочка. Именно густера. При нормальной активности со временем рыба привыкает к небольшой вот такой подаче. Начинает клевать непосредственно прямо из-под шара. Это кто такой? О, кто это? Рыбец. Небольшой рыбчик. Ну, сейчас вот у него нижний ротик. Пусть плывет. Постоянно подача прикормки небольшим, с тихим всплеском, держа облако мути, привлекаем различную рыбу. Кого мы уже поймали? Таранка, плотва, красноперка, карась, подлещик, густера. Какую разновидность рыб мы уже поймали большую. Иди сюда, иди сюда. Кто это такой? Карасик. Да, карасик. Как же красавец. Ох, какой красавец. Толстенький. Только, пожалуйста, не вытесняй мне таранку. Я хочу больше таранки половить, чем тебя. Тебя мы потом половим, карасик. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Как бьется. Ой, какая красавица. Ой, какая таранка. Вот это, да? Вот это батон. Вот это батон. Из-за того, что не было у меня прикормки, не получилось купить прикормки плотва, я замешался на прикормке лещ. Но в идеале было бы именно плотва. Притом без разницы, кто из, какой производитель. Главное, чтобы это была качественная прикормка, именно плотва. Главное отличие прикормки плотва от других, плотва или тарань, без разницы. В этих прикормках
очень много плавающих частиц, благодаря чему прикормка сильно люфтит. Много частиц всплывает, опускается, всплывает, опускается. И получается такой водовой род прикормки, как говорится, в природе. Все другие прикормки также пылят, но уже не настолько эффективно сильно. И вот именно плотва была бы предпочтительная, но не было, поэтому ловим другими прикормками. Поэтому если в планах ловить чисто плотву вот летом или таранку, смело можно брать исключительно одну прикормку плотву или прикормку таранку и на них ловить. Если в планах разнорыбиться, то можно брать сейчас всего два вида прикормки, между собой мешать, это черный лещ и плотва. Этот состав, вне зависимости от производителя, единственное, сейчас пока вода холодная, нужна темная мелкая прикормка. Берете любого производителя прикормку черный лещ, мелкую, берете любого производителя прикормку темную плотву или таранку, мешаете один к одному. Если все будете делать правильно, всегда будете с рыбой. Можно не запариваться на какие другие составы. Добавил, чаще стал подавать прикормку, рыбка ожила, до этого притихла. Неужели карась зашел? Это было бы плохо. Вот такие красавцы. Но хотелось бы сегодня таранку. Добавил темп подачи прикормки, сразу рыбка ожила. Вот так. Пока рыбы на точке было меньше собиралось, сюда подходило, небольшого объема прикормки хватало. Как только стало рыбы побольше, небольшого объема прикормки сразу стало не хватать. Переходим на темпик. Поклевка прямо из-под прикормка, как и должно быть. Опять была поклевка из-под прикорма. И сюда. Ой, какая красавица. Вот этот урадочек. Сюда. Сюда.
Тараночка красавица. Пробовал ловить, разведя груза через равные расстояния. Поклевок резко количество увеличилось, но размер рыбы сильно снизился. То есть не крупная рыба, стоит выше, и она перехватывает. Значит, подкорм нужно, работает. Чем чаще, тем лучше. Можно делать через раз, если без рыбы. Но если поимка рыбы, обязательно после каждой поимки рыбы кидать шарик. Иди сюда. Кто там? Вот она, красавица. Красивая. Все, поймал рыбу, обязательно кинь шарик. Сегодня именно так работает. Ну, чаще всего так именно по плотве и работает. Можно кидать, бывает через раз хватает, а вот сегодня лучше всего работает после каждого пойманной рыбы. С утра была тяга слева направо. Рыба в тот момент была чуть поактивней. Потом, ну сейчас вот практически затихла. Потом была тяга в обратку, чуть-чуть слабенькая. Сейчас никакой тяги нету совершенно. Возможно, еще вот то, что гуляет туда-сюда, направление тяги тоже влияет. Несколько раз попадалась рыба, покусанная, но такое ощущение, что это не щука, а судак. Потому что не было порезов, а просто содранная с двух сторон чешуя. Самец весь уже колючий. Все, рыба готовая к нересту. Красивые белые уже плавники. Вот молоки текут. Все. Таранка начинает нереститься. Запрет у нас или с 15 на нее нерестовой, или с 25. То есть буквально через несколько дней будет нерестовой запрет. Возможно, еще и с этим связано. Тараночка и плотва сегодня пассивные. То есть они уже практически готовы к нересту. Неужели кто-то подошел? Карась. Хорош. Карась. Вот так. После каждой рыбки подкармливаем и потихоньку собираем урожай. Ну вот, подловили рыбу. 12 дня. Нужно ехать домой. В предыдущем видео я ловил на поплавочную удочку карася. Посмотрев это видео, теперь можно сравнить разницу в технике между ловлю карася на поплавок весной и таранки плотвы.
Я считаю, у меня все получилось. Главная была задача — поймать рыбу. Вторая главная задача — не пустить на точку карася массово, чтобы он не прогнал плотву и таранку. По стилю ловли и по прикормке я это все сделал. У меня все получилось отлично. Карася мы массово не пустили. Он поклевывал. Не часто, но поклевывал. В улове у меня сегодня была большая разнорыбица. Я поймал плотву, таран, карась, уклейку, красноперку, подлещик, густеру, рыбец. Это говорит о том, что вода уже прогревается, рыба активизируется все лучше и лучше. Но с тараночкой, значит, таранка и плотва — главный объект нашей сегодняшней рыбалки. Показала плоховатый результат, была очень тяжелая рыбалка. Но главная причина — это то, что рыба готовится к нересту. Несмотря на то, что запрет у нас начинается с 15 числа, нерест начнется буквально через 2-3 дня. Рыба вся в брачном наряде. Попадались самцы, которые начинали уже течь. Так что теперь рыбе надо дать отдохнуть. И вовсю можно ловить карася. Карась только просыпается. Все больше и больше водоемов, где он начинает ловиться. Так что до новых встреч, друзья. Увидимся на водоеме.